По делу о злоупотреблениях в Государственной инспекции по маломерным судам ГИМС в Севастополе задержали еще одну госслужащую. В этот раз пресс-служба ФСБ сообщает о превышении должностных полномочий начальницей отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС. Женщина подозревается в преступном сговоре с руководителями центра в сентябре 2023 года. Тогда же она выполнила их незаконное указание и поставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку «зачтено» без фактической сдачи экзамена. Ленинским районным судом Севастополя обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В отношении руководителя ГИМС, начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя, в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по аналогичной статье Уголовного кодекса России. Всем членам преступной группы грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.